давай купить. Ребят, всем привет, кто смотрит канал «Любительская рыбалка» с Михалычем, с фишинг КЗ-01. Уважаемые гости, зрители, подписчики, всем большой привет. Выбрались с Сергеем порыбачить на хищницу. Утро нас встретил очень-очень крепкий мороз, 32-33, плюс ветерок, солнышко встало. Мороз все равно не спадает. Потемну расставились. Думали, утром такой клев пойдет. Но что-то слабовастенько. Ветерок, мороз давит. Сергей балансирует. Сергей, всем привет. Всем привет. Уже час хожу с этим балансиром. Я тоже балансирил. Будем пробовать дальше, что с этого всего получится у нас. Ну, мы будем стараться. Не переключайтесь, ребята, смотрите все до конца, все самое лучшее, все для вас. Да, Сергей? Да. Перчатки снимаешь, руки сразу отваливаются. Левый сразу замерзает. Тут у нас Якутия, можно сказать. Мороз такой, да? Ну все, ребят, не переключаемся. Смотрите, как у нас будет происходить рыбалочка, обстоятельства. Будем рыбачить. Загорелся флажок у нас. Сработочка. Подождем, посмотрим. Друзья, у нас опять сработочка. Идем проверять. Та была понад камышом. Это чуть дальше. Так, подошли, пока не мотает. Подождем. Не будем торопиться. Крючки стоят французские. Французы. Подождем. У меня загорелось. Да ну нафиг. Ну, Михалыч, пойдем, сходим. Ну, пойдем. Сергей, сработочка. Хватает? Тянет, тянет. Тянет, да? О, что, засекай, Сергей. Снег надо было бы откопать руками, перчатками.
О, молодец! Обрыбился с почином. Чего, пойдем ту проверять? Ребята, мы ушли только от той, вытащили щучку. Не проверили вон ту жерлицу. Флажок стоит у нас. По пути еще сработочка. Сработка. Даже не мотала, работа. Да. А хотя фиг его знает. Может, чуть-чуть мотануло. Нет. Ничего нету? Сторону увела, да? Да. Живец на месте. Угу. И даже не косвенный, наверное, окунь. Скорее всего. Интересно, хотя много разметало. Блин, там вторая сработка. Сейчас мы туда пойдем. Не-а. О, у меня опять загорелось. Вот. Пошли. Опять к моей сходим. И сегодня фартовый, да, у нас походу? Хрен его знает. Но палец у меня замерз точно. Но палец у меня замерз точно. Пошли. Бери багор. Мне кажется, там дело с багром надо иметь. Да. А, на улице мороз. Это жесть. Тридцатка. Тридцатка как минимум. Что-то леска шевелится. Подматывает, да? Угу. Пошла, 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 давай, 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 засекать. Давай, давай, Сергей. Во! Красава! С краю взяла, да? Ну, с почином тебя, дружище. Ну да. Опять сработочка. На той же лунке, да, Сергей? Да. О, мотало хорошо, да? Давай, засекай. Есть? Сбило, да? Блин, хорошо замотал. Ладно, что, ничего страшного. Вот, тоже жерлица встала. Пойдем посмотрим. Прям рыбалка, огонь, сработка за сработкой. Это хорошо, но почему-то сходов много. Может быть окунь, может быть мелкая. Снимаешь. Давай. Давай, сейчас. Нет, я же жерлицу снимаю. Тянет, не тянет, не тянет.
тянет, тянет. О. Кто тянул, там вообще нет никого, прикинь. Окунь, наверное, был. Наверное. Да, скорее всего. Вот дает. Сейчас была у Сергея сработочка. Что-то в холостую. Назад шел. С этой стороны у меня сработало. Сейчас посмотрим. Будет кто там, не будет. Ох, крутит, как крутит хорошенько. Сергей поставил ту жерлицу, она у него опять сработала. Носок он нагоняет просто. Сработало, стою, чуть-чуть промотает, встанет, чуть-чуть промотает, встанет. Вот такой вот позитивчик. Бежал к одной жерлице. Сработало две жерлицы. Какая из них будет мотать? И эта подматывает, и та подматывает. Подождем. Ну, ребята, будем посмотреть, что у нас там клюнуло. Стояла, не мотала. Смотрим, что тут есть. Ух ты! Какой карандашик попался. Аккуратненько отцепим, отпустим. Ну ты что? Делаешь-то? Совсем зеленая. Вот, послушная какая. Хорошо, что с краешку зацепилось. Ну давай, зови нам бабушку с дедушкой. Оте, все, ушла, убежала. Так, идем мы. О, Сергей Николаевич, хорошенькую вытащил, красавчик. Так, посмотрим вторую жерлицу.
Тихо так было. Тут бах, одна, вторая, третья поклевка. Сергей хорошенькую вытащил. Тут, наверное, ничего нету. Все размотало. Почти леску всю. И вот что тут у нас получилось. Камыш, водоросли, живец покусанный. Живец не живец, живец не жилец, скорее всего. О, нет, плавает. Отлично тогда. Ставим его. Вот она, красавица. Как вам, ребята, такая красавица? А? Супер-пупер. О, какая красотулька-то. Вся запуталась. Сидели, молчала. Сейчас у нас уже этот, можно сказать, вечерний выход. Уже 15:20 по времени. Вот одна стрельнула. Вот еще у Сергея. И там у меня сработало. Флажок аж отлетел. На твою руку я его тащил вот так потихоньку, чухаю, и он этот присосался. Угу. Помотай. Тоже, наверное, окунь, видишь, медленно, да? Это я вот одну уже центр поставил. А, две, которые ты доставлял? Да, одна вон там, одна вот там. Че его сечь? Подожди, этот. Ты этот. Долго тянет уже, давай, пробуй. Ты откопал бы сначала ее варежкой, потом лунку чистить, весь снег туда упадет. Разобрал. Вот видишь, полная лунка снегу. Надо было бы аккуратно очистить. Нифига? Говорю же, это окунь. Медленно тащит и бросает потом. Целый? Это окушарик. Ладно, пойдем мою тогда проверим. Вот третья жерлица, которой флажок отлетел. Сейчас будем посмотреть, что тут у нас. Лески вроде нормально вымотала.
тоже нету. Вот окунь какой хитрый, а. Позбивает, позбивает. Побросает, блин. А чуки были бы порезы. А тут окунь. На балансир не хочет, блин, поразить. Так, ребята, у нас вечерний выход еще продолжается. Заработочки есть. Сергей две вытащил, я две вытащил. За камерой не дотянулись. Сейчас работочка мотала, сейчас стоит. Чуть-чуть подождать будем. Пошла жара, да? Да. А мы домой собрались, да? Все, остаемся на ночь. Да ну и вот такой мороз. Днем кое-как. Ух ты, барахты, руки, ноги мерзнут, все мерзнет. Лицо обжигает. Сейчас хорошо, что ветерок спал, да? Да, чуть-чуть стих. Жварило, жварило. Так он по флажку видно, как ветерок шпарит. Что-то хитрая какая-то щука сегодня. Хочет и рыбку съесть, и на крючок не попасться. Но здесь есть, да? Угу. Довольно так нормально мотает, да? Угу. Уходит, да? Ну, чтобы меня было. Зык-зык. Куда тогда она мотает? Ага, все вот так вот. Нюмашка, Нюмашка. Пошла, пошла, да? Есть? А, вот тут поторвался. Что-то маленькое, окунь, наверное, был. Ну ничего, не скучаем, не переживаем. Все, ребята, мы будем закруглять нашу деятельность в рыбалке. Уже пора темнеть, потихонечку будем собираться. Хорошо, что и так отвели душу, да? Да. Мороз крепчает опять. Ну. Все, надо потихоньку сборку. Наваливать, наваливать, да? Да. Вот так вот сейчас нам предстоит жерлицы собрать. Ну, если что еще попадется, обязательно включимся. А пока не прощаемся, да? Итак, очередная сработка вечерняя. Потихоньку мы собираемся домой. Чебак замерз. Мелкий. О, че, не крутит, да? Пошло сопротивление, да? По ветру, да? Ничего себе. Испугал ты ее. Напугалась? На окуня похоже, да? Медленно. Ну. Быстро фигачит.
Но мне кажется, этот мелкая, может, шурагайка. Мелочь, да? Вот прям в лунке, прикинь. Опять? Угу. Ладно, поставим пока еще. Может, догонит, да? А мелкая была. Ну и хорошо, что ушла. Зато не пострадала. Правильно? Ну да. Старайся ровнее держать, слышишь? Что ж спокойно. Устроимся. Так, у Михаила Викторовича поклевка. Мы все никак не уедем. Вроде бы только начнем собираться. Сработка, сработка. Мои бомбические, собственно, ручные жерлицы. Сейчас сорта вырву. Даже мелочь была. Все, мимо. Нет уже все? Нет. Сматываемся, сматываемся. Вот и собрались мы. Собрали жерлицы. Уже упаковались. Мороз крепчает и крепчает. Поймали, можно сказать, не совсем плохо и не очень хорошо. Все, друзья, до скорых встреч всем на канале «Любительская рыбалка» с Михалычем Юшенко, Z01. Подписываемся, ставим лайки, кому понравилось. Пишите комментарии, будем общаться. Все, всем пока, до скорых встреч. Мороз сегодня, все, батарейки, все разряжается в хлам. Короче, погоду мы нормальную выбрали на рыбалку. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь.